Уважаемые участники географического диктанта, акция, в которой нам с вами предстоит принять участие, проводится уже пятый год подряд и успела обрести популярность среди миллионов наших сограждан и жителей зарубежных стран. Подсчитано, что в прошлом году на вопросы географического диктанта отвечали люди из более чем 100 государств. Это значит, что начавшись всего несколько лет назад как всероссийская акция, на сегодняшний день географический диктант стал событием поистине мирового масштаба. В Свердловской области диктант организует региональное отделение Русского географического общества на площадке Уральского государственного педагогического университета. Нет нужды говорить о социальной значимости и государственной важности этого мероприятия. Помимо того, что оно позволяет его участникам проверить свои знания в географии и истории, оно сплачивает представителей всех поколений российского общества, жителей разных регионов нашей страны, ненавязчивым образом стимулирует у молодежи интерес к своему отечеству, пробуждает тягу к новым знаниям. Именно в этом, на мой взгляд, и состоит главная миссия географического диктанта. Все великие путешественники стремились совершить какое-нибудь открытие. Участники географического диктанта тоже своего рода путешественники, но в виртуальном пространстве. Поэтому искренне желаю вам в ходе сегодняшнего мероприятия открыть для себя много нового и интересного.